Здравствуйте, я Ольга Шафран. Приглашаю вас в свой открытый класс. Сегодня познакомимся с вами с новым движением, когда мы используем волну и делаем ход назад. Для того, чтобы выполнить правильно это движение, нам необходимо учитывать последовательность движения стоп. Они выполняются на ритм счета. Раз, два, три. 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 Когда я меняю ноги, то мои ноги выполняют небольшой лонг, то есть круг на полу. Есть такой хореографический сленг, как говорится, чесать ногами. Это необходимо избежать для того, чтобы движение выглядело воздушным и красивым. Раз, два, три, ровно. 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 Три этого шага. Наши коленки достаточно мягкие и пружинистые. Это обеспечивает нам очень красивые плавные движения и легкость элемента. Раз, два, три. Мы как будто приседаем на них и возвращаемся. Два, три. Раз, 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 два, три. Мы также соблюдаем принцип переноса веса тела. Правая нога идет назад, и одновременно я делаю глубокий вдох, грудь выношу вперед наверх, и вес тела переношу назад, доделывая движение и делая второй шаг. И еще раз на третий шаг я делаю маленькую волну. Меняем. Раз и два. Раз. И два. Раз, два, три. 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 Это движение выполняется на полупальцах и также используются очень красивые руки. Позиция рук достаточно свободна, зависит от вас. Единственное, что она должна быть очень изящной, красивой и легкой. И зависит также от темпа в музыке. Если темп достаточно медленный, мы можем делать очень красивые партебра руками. Если темп музыки достаточно быстрый и простой, то мы можем делать руки, допустим, в стиле ориенталь. Раз, два, три. 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 Ошибки в выполнении элемента волны с ходом назад. Ошибка номер один. Вы не делаете три степа ногами. Ошибка номер два. Ваши коленки недостаточно пружинисты. Ошибка номер три. Ваши волны недостаточно амплитудны. Вы не соблюдаете принцип расслабления. Ошибка номер четыре. Очень активно работаете плечами и шеей. На сегодня это все. Я надеюсь, что моя информация для вас была необходима и нужна. Если вам понравилось, ставьте лайк, нам будет очень приятно. Кроме того, подписывайтесь на наш канал YouTube, в нашей группе и заходите на наш сайт. Я желаю вам удачи и до новых встреч!